Из долгостроя в кузницу юных талантов в городе Покровске Ханголасского района состоялось долгожданное открытие нового здания детской школы искусств. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Долгострой в самом центре Покровска, который простоял здесь около 20 лет, превратился в красивое современное здание. В 2016 году муниципальный район принялся за строительство музыкальной школы и в считанные месяцы ввел в строй. Очень много было концертов благотворительных, и мы старались, конечно, их как-то посвящать, вот эти вот концерты, именно строительству и приобретению новых инструментов. Изнутри здание поражает великолепием, особенно по сравнению со старым, в котором школа располагалась более 50 лет. На двух этажах располагаются просторные светлые классы, а в холле – стена, где изображены 9 муз. Интерьер здания оформлен согласно тематике времена года Вивальди. Концертный зал у нас исполнен сезон «Зима». Почему именно вот, ну, в более холодных, нежных таких тонах? Лестничный, первый лестничный марш, который вот мы поднимаемся, да, это у нас означает весна. Покровская детская школа искусств принимает активное участие в проекте «Музыка для всех», и здесь открыто отделение раннего развития. На сегодняшний день в структуре школы работает 7 отделений по 13 образовательным программам, а число учащихся составляет более 200 юных талантов. Ну, я был рад, что новые инструменты появились, новое здание, оно мне понравилось. В связи с переездом в новое просторное здание руководство школы планирует увеличить количество учащихся и открыть новые отделения. Виолетта Засимова, Саргалана Элина, Александр Ирков, НВК Саха, Ханголасский Улус.